Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом ролике мы поговорим о таком классном проекте, который называется Supra Oracles. Я уже давно о нем знал, но почему-то всегда его пропускал. И поскольку уже, скорее всего, скоро будет раздача, скорее всего, скоро конец дропа, то, естественно, решил сюда зайти. Также делал у себя пост в Телеграм-канале, поэтому советую сюда подписаться, чтобы не пропускать вот такую информацию. Ссылочку я вам оставлю именно вот на этот пост. Тут будет ссылка на сам проект и, в принципе, инструкция. Что вам нужно будет сделать? Во-первых, нужно будет перейти вот на такой вот сайт. Далее переходите в раздел Blast Off, ну вы там по сути сразу туда попадаете. И далее просто все выполняете по пунктам, шаг за шагом. Проходите регистрацию, подтверждаете почту. Дальше нужно будет пройти КИС. Возможно, многих это отпугнет, но на самом деле ничего сложного нет. Просто даже с водительскими правами вы КИС проходите, все там все делается очень быстро. Далее нажимаете два раза далее, и в двух миссиях будут вопросы, там ставите просто, выбираете ответ D, и потом каждую неделю делаете ответы на миссии. Точнее, просто проходите миссии. Давайте вот сюда перейдем в комментарии, и я вот тут именно к этому посту, на который я вам оставлю ссылку, оставил ответы на миссии. Плюс здесь ответы на 42 миссии, а миссии вышло уже 43, я каждую неделю буду публиковать ответы на новые миссии. Вот. Сюда можете ввести Supra у меня в Телеграм-канале в поиске. И вот второй пост, видим, новая миссия 43-я. Здесь есть уже ответы на 43-ю миссию. Также, ребят, смотрите, я сделал еще один пост. Делал я его 2 марта, то есть уже 2 дня назад. И я писал, что в проекте было 428 933 человека. А при достижении 500 тысяч человек у дропа уже не будет. Поэтому я советую поспешить, потому что, смотрите, прошло всего дня, было почти 429 тысяч человек. Давайте мы перейдем и посмотрим, сколько за 2 дня набралось. Давайте вот сюда. Вот 436 тысяч 762 человека. То есть получается 7 тысяч выходит, да? Ну, примерно 7 тысяч за 2 дня, поэтому советую успевать. Как видим, остается еще 63 238 человек, и дроп будет закрыт. Поэтому советую вам поспешить, пока места еще есть. Плюс, когда вы пройдете регистрацию, сделаете то, что я уже сказал, то есть пройдете саму регистрацию, я уже повторяюсь, но думаю, ничего страшного. Далее подтвердите почту, пройдете КИС, вот все это пройдете, вы сразу получаете вот сюда на баланс 490 токенов Supra. То есть просто за саму регистрацию вы получаете данные токены. У меня немножко меньше, потом расскажу, почему у меня меньше. И далее вы будете проходить миссии. Для этого вот сюда вот заходите в раздел Missions. И, используя мои ответы, просто проходите все миссии. Можете проходить там по очереди сразу все за один день. Вот, к примеру, с первой миссии начинаете и все потихонечку проходите. Прошли первую, вернулись, прошли вторую. Вот, открываете миссию, показываю, как ее проходить. Но у меня пройдено, поэтому, к сожалению, показать наглядно не смогу. Но, чтобы вам выбрать правильный ответ, вот все это нужно читать и искать правильный ответ и выбирать его вот здесь. Вам, в принципе, читать это не нужно, потому что ответ я уже дал. Выбираете правильный ответ, вас перебрасывает на страничку, где вы уже видите, что дали вы правильный ответ или нет. Ну, естественно, ответы должны быть правильные. И, соответственно, за миссии вы получаете вот эти звездочки. Теперь давайте посмотрим, что нам дают эти звездочки. Тоже очень хорошо, потому что когда вы наберете 240 звездочек, у вас откроется второй ранг, по-моему, называется навигатор. И тогда у вас откроется вот этот раздел Expeditions. Вы сюда также сможете заходить. Давайте посмотрим. Так, где эти ранги? Вот. Да, навигатор называется. Ранг второй, нужно 240 звездочек. И смотрите, когда у вас откроется этот ранг, вы можете сюда заходить и тут нажимать на планеты. Вот эти уже прошли, как видим. Вот это последнее сейчас идет, но через 3 дня будет снова. То есть, когда вам предложат сюда зайти и нажать на планету, вы обязательно заходите и это делаете. Потому что при нажатии на планету вам тут выпадают либо те же звездочки, либо токены Supra. То есть, таким образом тоже также можно зарабатывать токены. Важно не забывать сюда также заходить и смотреть. Вот, есть такой заработок. Плюс, давайте посмотрим еще. Перейдем вот сюда в Black Room. К сожалению, я вам наглядно тоже показать не смогу, потому что я сегодня с утра уже забрал. Вот, переходите сюда, ну, я думаю, в принципе, сейчас вам все понятненько объясню. Переходите в раздел Black Room, далее нажимаете вот на этого робота.
вас перебрасывает на такую страничку, и сейчас, как видим, я уже нажимал, поэтому робот спит, но у вас тут будет, что вам нужно забрать из коллекции тоже какого-то робота. За это у вас здесь списывается, я уже говорил, что у меня меньше токенов стало, списывается 0,25 токена Супра за каждого такого робота. Эти роботы, я так понимаю, это будут NFT-шки, и, возможно, они будут также давать какие-то бонусы и плюшки, либо их можно будет продавать. В общем, тоже нужно собирать вот эту коллекцию. Один раз в день заходите и забираете робота. Давайте мы вернемся в комнату, и я вам это покажу. Вот. Вот сюда, если нажать, то можете смотреть, сколько у вас роботов и какие. Вот у меня уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот только я уже роботов насобирал, всего-то, по-моему, около 40 можно их насобирать. В общем, каждый день собираете эту коллекцию. Почему я решил, что это будут NFT-шки? Потому что если, вот, к примеру, на робота нажать, видим Камонка. То есть распределяются как NFT-шки. Вот, Ункамонка, далее что у нас здесь? Рарка есть. Вот, ультрарарка у меня уже есть. То есть эти роботы тоже здесь нужно собирать. Ну, я думаю, в принципе, с этим все понятно. Плюс, ребят, данный проект собрал очень много инвестиций, даже Binance Labs сюда инвестировал, так что, в принципе, должен быть хороший дроп. Плюс еще есть реферальная программа, если вот сюда в рефералы зайти, то тут можно взять вашу реферальную ссылку и приглашать сюда друзей. За каждого реферала вы получаете 40 вот этих еще плюс звездочек. То есть, таким образом, вы можете даже быстрее открыть себе раздел Expeditions и там нажимать на планеты и зарабатывать токены Супра. То есть вот примерно как-то так. Но советую поспешить, потому что вот давайте так не сюда, вот сюда еще раз зайдем. Советую поспешить, потому что, как я и сказал, осталось еще вот столько мест, 63 тысячи человек. И за два дня буквально там добавило 7-8 тысяч человек. Поэтому я думаю, что это еще, скорее всего, на недельки-две максимум, ну это так лично мое мнение, если будет такой же прирост, как сейчас, то максимум на недельки-две, и дроп уже закроется. Поэтому советую его выполнить, как только вы посмотрели это видео. Все, ребят, в принципе, на этом все. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Если это так, то, конечно же, ставим ему лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Всем удачи и до новых встреч!